Здравствуйте, представляем котел варочный на 150 литров, масляный с переворотом. Переворот редуктор, крышка снимается, две половинки, кран слива 50 и переворот. И желобок переворачиваем, чаша, значит, у нас стеросферическая, фторпластовые скребки. Сзади у нас стоит кран уровня и расширительная воронка, котел масляный. И защита по перегреву, то есть включаем сетевую кнопку. Три блока по 5 киловатт, то есть и каждый блок включаем 5 киловатт, 10, 15. Мешалка у нас регулируется либо быстрее, либо медленнее. Скребки, ну, работаем со скребками по часовой стрелке. То есть туда как бы масса придавливает, мешалка усиленная. Так, при достижении это защита по перегреву, то есть выставляем, сработает авария, загорится красная лампочка при повышении температуры. По рубашке. При достижении температуры, заданной по сырью, загорится верхний уровень. То есть котел переворачиваем. Выставляем такое положение. И включаем нагрев. Ну все, котел готов к работе.